Друзья, всем привет, с вами Калина, и сегодня я хочу поделиться с вами четырьмя упражнениями, которые я использую в тренировке верха. Я вам расскажу особенности, также расскажу, как я их делаю, так как каждое упражнение можно делать с своеобразной техникой. Я покажу именно свою технику. Для этого нам понадобится всего лишь обычная конусная ручка, лямка и пояс кимоно. Итак, начнем мы тренировочку с конусного ролла. Особенности выполнения с конусным роллом. Что же мы с вами будем делать? Основная задача при тренировке верха, это я относительно недавно включил в свои тренировки, это тонкой стороной к верху. То есть это у нас имитирует захват пальца соперника. То есть мы вот хватаем палец соперника и натягиваем, выполняем упражнение. При этом очень хорошо грузится рука, мизинец и безымянный. Вот смотрите, обычно вы берете с пальцем в тонкую часть и захватываете те, где более толсто. Вот поэтому для тренировки верха я считаю, что лучше использовать, естественно, конусом в тонкую сторону, вот вверх, вот так. Сейчас покажу уклонение. Итак, берем конусную ручку, делаем захват, такой, как нам нужен, ставим локоть. Основная задача в тренировке верха, это когда мы работаем с конусным роллом или любым другим роллом, мы натягиваем на себя. То есть у нас идет натяжка, а потом уже движение. То есть мы с натяжкой делаем движение. И мы отрабатываем стартовое движение, мы не дорабатываем, мы не ложим, мы просто... подскручиваем и возвращаем назад. Подскручиваем и возвращаем назад. Все движение, секрет в том, что все движение идет к себе. Все на себя с натяжкой. Вот. В этом и есть секрет, что с соперником вы будете идти на себя, а не в сторону, когда будете бороться верхом. И следующее наше упражнение, это работа с лямкой на луч, на блоке. Значит, обычный хват, но при выполнении упражнения основная задача, это чуть-чуть, чтобы рука была спронирована, чтобы вся нагрузка у нас уходила на луч. То есть, когда мы боремся верхом, мы первое движение чуть-чуть подскручиваем кисть, а потом пронируем. И получается так, что как раз в движении пронации у нас не тренирован луч. Он обычно тренирован в ровном положении. Поэтому смотрим. Значит, взяли. Чуть-чуть спронировали. И поехали. Отработка с локтем, приведение к корпусу и сжимание луча. Для лучшего, так сказать, для лучшей проработки луча, лучше в конечной точке на пару секунд задерживать и возвращать назад. И в стартовом положении тоже пару секунд держим и возвращаем назад. Вот это такая особенность работы с этой ручкой. Основная задача перед соревнованиями еще увеличивать статическое удержание. То есть за 1,5-2 месяца до соревнований мы уже выполняем и задерживаем на 4 секунды, например. Это даст нам преимущество в выносливости и в жесткости самой руки. Следующее упражнение у нас тоже с этой же лямкой на приведение кисти, как я его называю, натяжка, на натяжение. Как мы сильно можем натянуть соперника нашего. Вот, хват у нас через 2 пальца и проводим через верх. Вот такой ход. Основная задача здесь в работе, движение должно быть коротким и максимально зажатым. Мы вот работаем. Так же самое обязательно задерживаем на 2 секунды.
естественно, тоже за 1.5-2 месяца до соревнований задержку на натяжение увеличиваем 4-5 секунд. Мы количество повторений уменьшаем, а статически чуть больше держим. То есть натянули, раз, два, три, четыре, пять, вернули назад, а обратно натянули. Потому что с соперником, пока вы захватитесь, вы тратите очень много силы, и у вас должна быть такая статическая выносливость. Итак, ребятки, следующее упражнение – это пронация с поясом кимоно. Значит, здесь у нас идет как бы необычный хват. Нет, для кого-то он может обычный, а для кого-то будет необычный. То есть, все заключается в том, как мы закручиваем. То есть, вот у нас держит, мы перекручиваем сюда и рассоединяем. То есть у нас вот такое получается, вот такой ход на пронацию. Сейчас более наглядно покажу вам на блоке. Ложим, закручиваем, рассоединяем. У нас нагрузка идет как на нижнюю часть, так и на середину ладони. Выполняем натягивание. Раскручиваем и куху стягиваем. Локтем мы тоже работаем. Так же самое хорошо делать с задержкой. Как всегда, нужно быстрое выполнение и медленное возвращение в стартовое положение. И локтем работаем. Стараемся тянуть к уху. Вот, в принципе, 4 моих упражнения, которые я использую в тренировке верха. Я думаю, они будут ни для кого не секретом. Но, возможно, техника выполнения моя вам больше подойдет, потому что я вывел, что просто обычные закачивания без статического удержания не такие результативные в армрестлинге, как со статикой. Потому что армрестлинг более статодинамический вид спорта, чем динамический. Это как бы силовая борьба. Вот. Поэтому здесь очень большую роль играет выносливость и также, естественно, техника. По технике вы никогда не дойдете до больших весов, если технически ваше движение не отработано так, как нужно. Потому что вы один раз сделали сюда, один раз сделали сюда. Все, мозг не будет добавлять большие веса. Как бы вы не будете быстро прогрессировать. Вот. Поэтому используем постоянно движение в одну сторону. То есть в одну точку. Если вы отрабатываете, например, к правой рукой к плечу, то тогда отрабатываем все 12 повторений в эту точку. Но ни в коем случае мы не рассыпаемся. Лучше тренировать отдельно, тренировка отдельно к уху, отдельно к плечу. Точнее, не тренировка, а упражнение. Первым упражнением сделать к уху, например, вторым упражнением к плечу. Потому что вот это два сюда будет хуже, чем вы отдельно сделаете на каждое движение по упражнению. Я надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Подписываемся обязательно на мой канал, комментируем, задаем вопросы, буду отвечать. Всем армрестлинга!